Ну, я уже, ладно, с днём рождения не будем про это. Поэтому я скажу, как обычно, в конце. Поехали, Крыслюк, смотрим. Ваня, да? А, Коль, Коль. Говорим Коля и поехали. Не на меня смотреть, а на него. Давай. Коля, я тебе желаю, чтобы когда ты вырос, у тебя была очень хорошая жизнь. И чтобы у тебя была хорошая жена и хороший дом. Чаще, молодец! Это, видимо, же жертва. Он начала здесь заниматься. Давай, поехали. Коля. Коля, я тебе желаю здоровья и много чего другого. Чтобы ты жил хорошо и долго. Отлично, бабин. Коля, я тебе желаю, чтобы ты был самым сильным в этой группе, перешел в новую группу, и у тебя было много денег в жизни, и хорошая жена, и хороший дом, и хорошая машина. Вообще прям... Поехали, давай. Давай, давай. Коля. Коля, я желаю тебе счастья, здоровья, и чтобы никогда не болел, вырос, был умным, и много денег, и хороший дом. Запомните одно, деньги – это все ерунда. Как бы деньги, да, понятно, деньги за счет этого существуют. Но помимо денег есть другое. Семья. Здоровье. Деньги – это так, это есть, а завтра их нет, и хрен с ними. Жертва? Я желаю, чтобы ты был сильным, здоровым, не болел и... Добился моего сердца. И добился моего сердца, скажи. Долвика, идешь? Я жив. Так, все понятно. Ну, шучу я, Кривенцов. Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в школе и успехов в жизни. Спасибо. Давай, говори уже. Желаю тебе здоровья, хорошей семьи. В будущем, чтобы твои дети тоже пошли в Ярополк и были самыми лучшими. Вообще говорил, красавец. Желаю тебе, чтобы ты перешел 10-13 основной, хорошо занимался и учился на одни пятерки. Коля, я тебе желаю, чтобы ты был здоровым, счастливым и чтобы у тебя была хорошая работа. Барбаренко. Коля, я тебе желаю, чтобы у тебя всегда было много друзей и ты учился на пятерке. И не лоботрясничал, как я, правильно? И не был таким же ленивым, как я, правильно? Да? А что, не так, что ли, Артём? Правильно тебе? Видишь, правильно сказал. Давай, долго. Коля, я тебе желаю счастья, здоровья. Слушай, ну он не умер, успокойся, улыбнись. Коля, я тебе желаю счастья, здоровья. Можно, не стесняйся. Давай, давай. Счастье, что ты учился на одном пятерке. И был бойцом, правильно? Ивлев. Коля, мы же тебе желаем, чтобы ты был здоровым, чтобы у тебя была хорошая жена, чтобы ты взрослый, был, учился на хорошей оценке, перешел в 10-13 группу. Молодец. Я с своей точки зрения тебе хочу пожелать стремления вперед. Я всем желаю всегда, да? Жену тебе желать пока не буду. Тебе не об этом надо думать. Тебе надо думать о школе, чтобы все было хорошо, замечательно, и о спорте, понимаешь? И чтобы Юрий Леонидович, там, ну, так, Юрий Леонидович, все остальные тренера были довольны. И не психовали, не нервничали. Надо радовать тренеров. Надо радовать близких. Защищать близких, защищать слабых, любить свою страну, и все вот это, в принципе, в том и дело. Поэтому про себя быстро загадал желание, которое ты себе хочешь. И на одном вдохе. Готов? Загадал? А мы все 3-4 поздравляем. Поехали.